В Твери уничтожают борщевик. Это не просто сорняк. Растение может оставлять опасные ожоги. И вывести его не так-то просто. Второй год в Твери ликвидацией борщевика занимается муниципальное предприятие «Зеленстрой». За один сезон полностью вывести это растение нельзя. Поэтому нынешним летом работы повторно проводятся на прошлогодних территориях. И добавляются новые. Всего в 2019-м с борщевиком боролись на 100 тысячах квадратных метрах. В этом году объемы увеличены в два раза. В первую очередь обрабатывают места рядом с плотной жилой застройкой. Сначала проводят механическую расчистку территории, затем обработку специальными веществами. Так как борщевик – это растение монокарпик, которое цветет раз в жизни и растет довольно долго, и семена сохраняют до 10 лет, мы этими обработками уничтожаем борщевик и также не даем ему распространяться на оставшихся площадях. Потому что если не производить своевременные такие работы, то борщевик будет занимать все больше и больше площади нашего города.